Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games. С вами Бабкин. Мы продолжаем проходить наш второй сезон по Dark Souls. У нас NG++. Так, забытого демона, или как его там звали, мы убили. И у нас еще тут осталось убить двух черных рыцарей и обыкновенного рыцаря. Сейчас этим и займемся. Сейчас его шариком привалим. Люблю так делать. Промазал, да? Ушел с баланса и сразу умер. Или один черный рыцарь. Да, скорее всего один, что-то я пересчитал. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну? Можно, в принципе, кольцо забрать, которое у меня есть, и не одно. Так и знал. Так, теперь мы можем тут открыть. И вот наше колечко. Ржавое железное колечко. Так, ну в принципе тут мы все сделали, можно уходить. Не понял. Непонятно, почему пол. Тут вроде как должна быть дырка. Странно. Мы же босса убили. Всех наагрил. Наагрил. Так, ну все правильно. Тут, который был. Да, там был рыцарь. Тут у нас щит, который я не взял. Еще в самом начале. Паучий, да?
Сейчас, по идее, должна, да, быстро анимация пройти. Так, а куда мы с вами сейчас пойдем? Горгулью убили? Наверное, сейчас пойдем в сад темных корней. Убивать бабочку. Скорее всего, да. Ёп! Да, такой первый раз случилось. О, кстати, да, нужно ж поговорить. Ну, с ним тоже можно поговорить. Его, кстати, можно зафармить. Там дастся за него 1000, может, и может чуть-чуть больше душ. Но он достаточно силен на нубских уровнях. Так, а я не понял, где Латрек этот. Он должен быть, в принципе. Странно. Вроде же должен быть. А ну-ка, давайте попробуем перезайти. Смотрите, сидит. В общем, обещанная награда — это медаль света. Его можно, в принципе, убить, чтобы он не убил Анастасию, но как-то пускай убивает. Мы ее потом воскресим в итоге. Даже она с нами начнет говорить. Так, что делать? Давайте пойдем. Этих ребят, вот пока вы тут бегаете, я вам советую их фармить. На ранних уровнях это, ну, очень полезное дело. Сейчас, в принципе, мне это не нужно, но с них просто падают эти обломки титанита, которые стоят по 800 душ. Чтобы не тратиться, а вы вот так вот как бы фармите их, и иногда они выпадают. Даже, по-моему, с этих ребят они тоже выпадают. Блин, у меня, наверное, там забитый уже весь этот инвентарь шмотками нубскими. Так, что мы делаем? Нужно посмотреть, что у меня тут. Ага, клеймора у меня есть плюс 14, а не 15. Ну, в принципе, сейчас я уже могу ее на 15 загнать. Кусок титанита у меня есть.
Это мы оставим. Это уберем. Уберем, уберем. Уберем. Это перед Гвином, по-моему, там навыпадало. Топорик оставим. Секиру уберем. Копье пускай будет. Это уберем. Нет, щит мы оставим. Это нам не нужно. Кстати, вот мы сейчас пойдем в сад темных корней, и если даже будем спускаться, то, скорее всего, к нам уже кто-то вторгнется, почему-то я так думаю. Там очень редко кто вторгается, но вот в НГ плюс ко мне уже вторгались. То есть на ранних уровнях нет. Неудобно немножко этот инвентарь сделан, то есть эти шмотки все. Кстати, там, по-моему, какая-то ачивка есть, собрать все оружие или все шмотки. Но оружие точно, то есть вы собираете все оружие, там хоть даже 3 захода делаете на игру, то есть собрали там определенное количество просто в новой игре, потом в НГ плюс, потом еще, по-моему, даже есть ачивка там купить все чудо. Насчет пиромантии не знаю, и магии тоже. Он, кстати, был сет этого лотрека, вот он. Так, ну маски пускай будут на всякий случай. Это уберем, вообще не нужно. Так, кольца. Фу, хоть бери и не поднимай это все говно. Но как бы хочется вам показать, что там такой-то, такой-то предмет, кто не знает. Наверное, сейчас даже лучше взять немного другую пушку. Посмотрим.
По идее, мы еще тут же ж не были, правильно? Нам просто незачем было сюда идти, хотя... В принципе, нужно было... В первую очередь сюда идти, если бы просто вы начинали игру. Ну, это на мое усмотрение. Я не успею. Успел. Лучше всего вот забегать сверху, то есть он не исчезает, вы так подбегаете, хоп, и убиваете. А еще лучше, вот если он у вас исчез, вы просто перезайдите в игру и стойте именно где он появится, и все. Тут у нас лук и шмотки. Ребят, я просто не буду брать там, ну, я не хочу засорять инвентарь, я буду говорить, что там лежит. Ну просто там ненужное, абсолютно. Мне ненужное. Там, по-моему, персонаж какой-то, охотник или кто он там. В общем, легкие шмотки. Вон там лежит у нас травяной щит, который у меня на спине. Тут у нас кострик есть. Туда, кстати, пробежаться. Попадете в долину драконов. Там, где этот дракон нежень здоровый. И, ну, такие не особо большие драконы. Там еще можно взять кольцо, очень полезное. Вот оно. С красным камнем, который повышает вам урон на 50%, когда у вас меньше 20% здоровья. Можно было бы пойти сейчас Хавеля убить, но опять же мне незачем это делать пока что. Чё-то никто не вторгается. Конечно, это не особо популярная зона для вторжения, но все же вторгаются. Ну, псов каких-то побить. Причем вот как-то дивно вот они сделали эту систему, то есть как бы вроде как по уровням вы должны, да, там вторгаться, а допустим... Вот если сейчас парень там вот, я не знаю, 5 уровня захочет вторгнуться, он попадет, он может попасть именно ко мне. То есть он начал новую игру, а попадет в NG++. Я такой 150 уровень, с одного тыка его убиваю и все. То есть как-то это, я не знаю, непонятно немножко. Не, с одной стороны, хорошо, что он может попасть в любой мир. Но с другой стороны, как-то, ну, вроде же немало людей играют в Dark Souls, и пускай он бы попал, опять же, кому-то, кто полегче, что ли. Полегче. Ну, то есть, равня. Так, тут у нас костер. Так, 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 так.
Нормально? Да, нормально. Тут у нас замануха. Так, а что у нас там? 621 урона. Я думаю, около 1000 будет, если юзнуть клинок света. Тут удобнее, конечно, с такой пушкой бегать. В принципе, ее можно взять сразу с самого начала игры. Вот поэтому тут удобнее с ней. То есть 2 ТК и он падает. Тут у нас копье лежит. Вот, кстати, дерево в засаде. А я ранее так не делал. Ну, то есть, в принципе, он там ничего вам не сделает, да, но все же. Вот эти вот змеи, они оживают. Протазан, как будто лекарство от, я не знаю, геморроя. На самом деле есть такое лекарство, проктазан называется. Вот еще такие змеи. Помню, даже как-то шуганулся, когда первый раз играл. Так, тут у нас еще один рыцарь. Вообще, если хотите, можете вот смотрите, как сделать. То есть вот еще один. Вы можете толпу просто собрать, подбегаете сюда. Естественно, вы должны быть человеком. Вызываете ведьму, и она всю работу за вас будет делать. Вот специально сейчас ничего не буду делать. Ну, будет она стрелять? В основном она с ТК убивает, как бы. То есть вы вообще можете сюда гопу привести именно, ребята, и... Но она вот отсюда не выходит. Чтобы вы знали. Тут у нас лежит, в принципе, неплохой на первое время сет элитного рыцаря. Смотрите, а, даже стоит. Вот, видите? То есть, ну смотрите, они могут ее просто заспамить ударами, поэтому будьте немножко аккуратны. То есть, помогайте ей, другими словами. Что-то она вообще не хилится, непонятно. Вообще, упоротые какие-то. Она как бы должна похиляться. Ай, твою мать! Кувырок-то не сделался.
ну и сет, да, взять. У меня он заточен на плюс 9, перчатки на 10. Потому что, ну, видите, да. То есть как раз мне под билд. Странно то, что она не полечилась, вроде же должна полечиться. Ой, зря, зря, зря. Ну, ладно, у меня вроде время есть. Чё ты спишь, корова? Конечно, тут лучше щит взять какой-то, который от магии неплохо защищает. Что-то надо хера летает, у меня сейчас пройдет клинок света. Садится. Что-то в этот раз она, ну, прям залеталась, не знаю. Тут вот у нас человечность, которую я не могу взять. Окей, можно, в принципе, вернуться к костру. Я это делать не буду. Мы сейчас еще сбегаем, добьем эту локацию. Сбегаем, заберем колечко, которое я сейчас ношу. Это у нас кольцо с волком. Так, помните, мы тут дерево разрубили, убили? В общем, это такой тайничок небольшой. С этих травичка падает, но какой-то бах, вот они вот под землю проваливаются, и печаль. Тут у нас еще одно такое дерево. У нас колечко, его охраняет этот каменный рыцарь, или как его назвать правильно, не знаю, скорее всего, да, он так и зовется. Пока он встает и тупит, мы ему делаем 2 ТК, и он отдыхает. Наше колечко третье по счету. Отлично, вот так падают, смешно. Тут небольшая засада. Еще один этот каменный рыцарь. А так. Смотрите, я его
не вывел с баланса, хотя думал, что выведу. Но, как видите, с двух ударов он почти меня снес. Ну-ка. Вот, смотрите, зеленый цветок, про который я говорил, что дропается. Лучше сразу забирать, потому что они иногда проваливаются. Как вы видели. А, вот видите. Так, тут просто какая-то душа гордого рыцаря. Так, ну и пожалуй, на этом, наверное, все. Мы зачистили локацию. Можно заканчивать как раз серию. Так, ну, собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.